Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы начинаем третий сезон в Red Dead Redemption 2. Мы сейчас находимся в городе под названием Сен-Дени. В общем говоря, сына Джона Марстона, Джека, похитили Брэд Уэйды, а потом отвезли его к Анджелу Бронте какому-то, который живет где-то здесь, и нам надо узнать где. Нужно пораспросить местных о нем. И сейчас мы этим и займемся, собственно говоря. Зайдем в салон в этот, может. Руки вверх, ковбой. Да, очень смешно, Дач. Да, я так и думал. Вот мы и прибыли на удивительную землю святоши развратников. Настоящая американская Гоморра. Да, все города, мне кажется, одинаковыми. Так что, как и успехи, я бы расспросил людей о мистере Бронте. И, насколько я понял, нам лучше всего начать с этого заведения. Но пока что нам не сильно там везло. Значит, мне попробовать надо? Наверное, да. Только не горячись. Ты меня знаешь. Буду ждать твоего возвращения здесь. Блин. Эй. Прошу прощения. О, извините, пожалуйста. Похоже, тут посетители нетерпеливые очень. Что вам угодно? Выглядите как любитель виски? Да. $1. За виски? Ну да, это настоящий виски из Шотландии. Ну ладно, себе тоже налей. О, спасибо. Послушай, хочу тебе задать вопросик один. Ты что-нибудь знаешь о парне по имени Бронте? А кто о нем спрашивает? Я. Я спрашиваю. Нет, нет, забудьте об этом. Что значит забудь? Я, слушайте, я не знаю, что у вас за дела, но лучше вам про него забыть. Вам и вашему приятелю, который только что до вас приходил. Бронте? Анджело Бронте. Мистер Большая Шишка. Да, мистер Жирущая, длинные итальянские спагетти. Офигеть, какая большая шишка у него, от него аж мурашки похожи от меня. Он дебил, конечно. Ты понимаешь, о чем я, дружище? Как найти его? О, тебе надо поговорить с уличными мальчишками в переулке. Они точно знают, где его найти. Ну, спасибо. Только будь осторожен. Иммигранты, им доверять не стоит. Запомним, запомним. В переулке, говорите. Это здесь, наверное. Нет, погодите, не здесь. А хотя, может, здесь можно пройти. Надо... А, вот, вот проход же есть. Эй. По-пиратски не найдется, мистер? Я ищу человека по имени Анджело Бронте. Он итальянец. А, я знаю его. Его все знают. Ну и где он? Мы отведем вас к нему, но не бесплатно. И сколько я смогу заплатить? $5. Где он живет-то? В Нью-Йорке? Я человек дела. Пока вы не заплатите, никуда не пойдем. А, господи. Вредные вы, конечно. У меня ребенок деньги вымогает. На, держи. Веди. За мной, мистер. За мной. Ты идешь, Клит? Подозрительные немного парни. Вот эти. Вы недавно в городе, мистер? Да не, совсем недавно. Ну не волнуйтесь. Никто не знает город лучше нас.
Надеюсь, это вам не пригодится. Но вот тут на углу живет доктор, он хороший. Справа стоит книжный магазин, который весь славится на весь город, хотя я сам не люблю книжки читать. А вот здесь настоящее произведение искусства, церковь Девы Марии. Она построена по образу знаменитой церкви в Тулузе. А вы в Тулузе были? Нет. Мы тут католики, а не какие-то там баптисты или еще кто. Мама говорила, раньше протестанты жили хорошо. Но теперь мы все друзья. Разве это не прекрасный доказатель, что Бог нас всех любит? В ваших краях такой красоты, наверное, нет. Эй! Ах вы мелкие вонючки! А ну стой, гаденыш! Блин, я так и знал, что они замышляют недоброе, скотины. Ничего себе, он... Я думал, его собьёт сейчас. А ну стой, гадёныш мелкий. Отдавай сумку мне, я тебе сказал, блин. Я когда первый раз играл, меня вообще взбесил этот парнишка, блин. Остановись, а то я пистолет достану сейчас. О, спрыгнул. Гонитесь за мальчуганом? Он свернул туда. О, спасибо за помощь. Так, где же он тут? Скажите, не пробегал ли тут мальчишка лет 14? Да, он забежал в угол. Спасибо. А ну стой, блин. Блин, кругом кареты. Точнее, повозки. Какие кареты? А может и кареты? Я сейчас застрелю тебя, варюга, блин. Ах, ты зараза, а. Далеко ты от меня не убежишь, приятель, блин. Ой, простите. У меня лагает, и я не вижу ничего. Ага, попался. Да что такое? А об что я споткнулся только что? Овощи валяются. Яблоки. В чем дело, друг? Отдай мои вещи, мальчик. Эй, о чем вы говорите? Я вам не друг, но этот сравнится ваш приятель обокрал меня. Отдавай мои вещи, я тебе сказал. И отведи меня к Анджело Бронте. Сеньор Бронте? Этот мальчик собирался показать мне дорогу, но решил обокрасть меня. Эй, ладно, хватит. Вы недавно в городе, мистер? Да ладно. Мистер, у мистера Бронте куча друзей, но... Я вас никогда не видел. Но мы не друзья же. Вы никого не любите, да? У мистера Бронте красивая прическа. У него прекрасный дом, и я горжусь тем, что работаю на него. У него 50 человек. Зачем вы ему нужны? Надо кое о чем поговорить. Не сомневаюсь, мистер. Вы и ваши друзья наводили о нем справки по всему городу. А это оскорбление? То, что про него задают вопросы, это какие-то грязные янки. Ну, мистер, вам и вашим друзьям стоит его, пожалуй, навестить. У него большой дом на Флавин-стрит, на вроде в парке. Деревенщина, забирай его. Ладно, уходи. Отсюда. В
Вообще, парнишку можно было и догнать, и повалить на землю. И он бы нам бы рассказал, где Бронте находится. Я так и планировал, но, к сожалению, не удалось. Да что ты будешь делать? Лагает, и я не вижу ничего. Что творится? В городе куча людей, куча построек, из-за чего лагать начинает. Да, вот... По всему городу бегали. Сейчас это вот дача теперь искать надо, блин. Ну и где ж тебя носило? Да меня обокрал кое-кто. Детишки. Ладно, не буду допытываться. Но я нашел мистера Бронте. Он где-то вроде... Он что-то вроде итальянского босса в этом городе. Его все знают, но никто о нем говорить не хочет. Кажется, он живет в большом доме на Флавен-стрит. Вроде в парке. Что ж, отлично. И что теперь? Мы ему нанесем визит. Мы с Джоном отправимся туда, и ты тоже приходи. Мы спасем мальчика, чего бы это нам ни стоило. Если бы я бы не споткнулся бы об те яблоки в переулке, я бы его догнал бы еще. Но... не могу решить, что меня раздражает больше. Город или болото. И там полно паразитов, рептилий и грязи. Мы уже забрались очень далеко от знакомых мест и открытых пространств. У нас есть парочка заданий. Первое от... Отдача, второе от Мэри Бет, что ли? Еще от Леопольда Штрауса можно задание получить. Так, где моя лошадка? Сколько людей тут, это ж кошмар какой-то. Так, надо покормить его и почистить. Во-первых, надо покормить. Вот так вот пошло дело, и почистить. Ну, какие милые зверушки ходят тут. Я хочу съездить туда и посмотреть, что там находится. А, не-не-не, сюда нам не надо. Сюда нам не надо, это не то. Ошибся я, ошибся. Ладно, едем туда. К дачу. Встретимся с Анджелом Бронте. Короче говоря, он живет где-то здесь. Где тут проход-то? А, перелезть нельзя. Блин, жалко. Жалко. Вот ты где. Ну что, готовы, ребята? Конечно. Что ты еще знаешь об этом типе? Ну, только то, что он скользкий... Помажный шельмец из Европы, у которого есть власть и деньги. В общем, слушайте, если мы туда явимся и начнем палить, мальчика точно пристрелят, так что держите себя в руках. У таких людей сильная охрана бывает.
Никто никого не пристрелит. Успокойтесь, парни, мы просто покорим его. Просто поговорим с ним. Простите, сэр, у нас назначена встреча с мистером Бронте. Вы кто такие? Советую тебе привести своего босса сюда, чтоб мы все смогли обсудить по-джентльменски. Давай, выполняй, приятель. Это было особое обоняние. Да, ладно, успокойся, все под контролем. Держи себя в руках. Не волнуйтесь, ребята, мы пришли с миром. Просто надо уладить кое-какие разногласия с вашим боссом. Капец, как лагает. Кошмар какой. Зачем вы схватили его сына? Прошу прощения. Я спрашиваю, зачем вы забрали его сына? Мы ничего против вас не имеем, сэр. Как, вероятно, и мы вроде вас. Но если вы хотите, чтобы между нами не возникла вражда, в этой комнате скоро будет очень много мертвых людей, если вы их все-таки хотите. Вы приходите в мой город и при этом воняете навозом? Вообще фиг пойми как. Приходите в мой дом, даже не приняв при этом ванну, а потом указываете, как мне поступать? Вы ищете моего сострадания? Разве я не проявил недостаточно сострадания? Это что, вам разрешено дышать в моем присутствии, да? О, конечно. Послушайте. Вы просто деревенские парни. У нас никого нет, кроме друг друга. А вы пришли и забрали моего сына. Его, точнее, сына. Из-за какого-то спора с бывшими итальянскими этими самыми работодателями. Но никто из вас к этому отношения не имеет. Вы не имеете отношения к уничтожению. Не, мы были невинными очевидцами. Где мы и не были невинными. Мы поступали не по невидению. Просто извращаешь каждое слово, бессовестный ты лжец, блин. Считаешь, что ты лучше других. Анджело Бронте. Дач Вандерлинде. Артур Морган. О, Артур, очень приятно. Эй, Джон Марстон. Мое почтение. Что ж, вы вернете сына моему товарищу? Конечно, конечно. Но неужели я останусь в убытке из-за этого недоразумения? Я уверен, что вы этого не допустите. Конечно, нет. Не-не-не-не. У меня есть одно предложение. Выполните для меня одну простую работу и получите мальчика назад. Что же это за работа? Пара олухов повадилась грабить могилы на кладбище. Подходящее место лучше нельзя придумать. Люблю этого парня, он мне нравится. Так вот, эти ребята, они не просто грабят. Они еще и не платят дань уважения живым. Завидев моих людей, они там туда пускаются. Так что, может быть, вы наведаетесь к ним двое? Вы и мистер Вандерлинд? Вы расскажете что-нибудь еще о планах? Короче, мы с Джоном пойдем туда. Но надеюсь, что он нас не обманывает. Эй, хватит срать. Ну ладно, у нас выбора все равно нету. Ну да, никакого. Куда ж ты идешь-то? Разворачивайся, блин. Ты знаешь, где кладбище? Вроде да. Проезжал мимо тут вроде.
внушительное местечко. Ты знаешь, ты молодчина, держал язык за зубами. Ты поверил хоть одному слову этого ублюдка? Мы даже не знаем, где Джек. Слушай, мы нашли Бронте, мы добрались сюда. Дач сейчас с ним. Могло быть и хуже все на самом деле. Эх, бедняк. Я был ему плохим отцом. Надеюсь, что он в порядке. С ним все будет хорошо. Думаю, что Брэд Уэйт и хотели держать Джека в заложниках, чтобы получить от нас все бабки. И отправили его сюда, чтобы мы не могли добраться до него. Бронте знает, что Брэд Уэйтов уже нет, и никто ему не заплатит. И Джек ему, я думаю, больше не нужен. Давай разберемся с этим, и пусть Дач занимается всем остальным. Надеюсь, ты прав. Так. Здесь казнят. Тут вешают. Вот здесь. Блин, темно, плохо видно вообще. Отлично. Кладбище и прямо рядом с ним место для казни. Сразу казнят и хоронят прямо здесь. Зашибись. Типичный случай. Сейчас посмотрим. Найдем их и свалим к чертовой матери отсюда. Блин, у меня на улице светло, довольно ярко, и я, честно говоря, вижу плохо даже, что тут находится. А, тупик, блин. Мне кажется, надо бы пушку достать. А, хотя зачем пушку, зачем шум-то поднимать? Можно просто и этот ножик кинуть. Или топор. Стоп. Там шум какой-то. Привет, дружок. Не шуми, пожалуйста. Я помню, что здесь тайник какой-то был, который нам и надо было, собственно, найти. Хожу с ножиком, чтобы, если чё, швырнуть в кого-нибудь. Ага, кажется, нашел какой-то тайник. Может, это здесь? Да, это он и есть, но я так понимаю, рановато нам еще сюда идти. На удивление. Сначала надо... Стоп! Там что-то есть. Я что-то слышал тут. Зачем ты револьвер ты достал? Может, лучше ножик кинуть? Опа-на, стрельба пошла. Проклятие. Ладно. Я уж думал, мы по-тихому все это проворачивать будем. Ой-ой-ой, кошмар какой. Так, за ними. Стоп. А,
Давайте вот этот. Ни шиша вообще не вижу. Но чувствую, что тут рядом кто-то есть. Ох, блин, вообще ничего не вижу. О, А, он... Револьвер мой. Револьвер вышиб у меня из руки. Так. Мы не можем с пустыми руками вернуться. Посмотрим, откуда они стреляли в нас. Грабим грабителей. Вот это вообще обалдеть. Да блин, да иди ты. Господи, какая темнотища. Я вообще плохо тут вижу все. Ага, вот теперь нам надо в этот тайник залезть. Похоже, я что-то нашел тут. Есть. Ладно. А теперь можно уходить отсюда. Правда, по нам сейчас опять будут палить. А, законники. Надо бежать отсюда. Заперто. Придется тем же путем возвращаться. Плохо дело. Лучше прижаться к стене. А, он еще и шляпу мою выбил. Законники кругом. Так просто не выбраться. Сразу двоих бесшумно не получится устранить. Пусть уходит лучше. 6 ножей осталось. Давай. Ну и все, надо возвращаться к даче. Так, ладно, это можно все убрать. Что ж, как хорошо, что все, что мы не религиозны. Ну что, давайте вернемся и заберем его. Надеюсь, что он над нами не пошутил. Я почти уверен, что он с нами играет. Но мы это узнаем, когда проверим. А он вообще узнает, что мы просьбу его выполним? Есть у меня такое ощущение, что все новости он узнает быстро. Я же говорю, посмотрим, что к чему. И Джека заберем. Приехали. Давай, Артур.
Долго вас не было. Мама! О, как я и сказал. Рад тебя видеть. Ладно, пора идти. Он славный малый. Эй, друг, поблагодари мистера Бронте за все. Он не пошутил над нами. Знаешь, Артур, мистер Бронте пригласил нас на званый вечер в доме мэра. Нас, простых деревенских парней. Поехали. Джек, у нас появился новый лагерь. Тебе там понравится. Надеюсь. Ладно, давайте вернем мальчика матери. У тебя точно все хорошо, сынок? Да все хорошо. Папа Бронте сказал, что вы приедете за мной. Не жаль. За что? За то, что так задержались. Мне было весело. У меня была своя комната с большой кроватью и коробкой для игрушек. И куча книг. А они что-нибудь с тобой делали? Ты спагетти когда-нибудь ел? Что? Что это? Ну это еда. Она похожа на червей, но при этом вкуснейшая. Да ну. Папа Бронте учил меня кучу итальянских слов. Пожалуйста, не называй его так. Что такое кавалло, знаешь? Это значит лошадь. А пантофонты это шлёпанцы. Шлёпанцы? Они дали мне две пары. Одну для дня, вторую для ночи. Я просто рад, что ты жив. О, да. Я прекрасно провел время. Да я очень скучаю по маме. Она скучала ведь по мне? Да, очень. Ты даже не представляешь, как. Джек, очень рад тебя видеть. Я тебя тоже, дядя Артур. Вы поймали плохих людей? Каких? Тех, на кладбище. Дядя Дачи и папа Бронте мне так сказал. Мистер Бронте, называй его. Да. Я и твой папа разобрались с этим делом. Я ему говорил. Погоди, ты еще новый лагерь не видел? Опять новый? Там есть дом, правда, не очень хороший, как у мистера Бронте. Это хорошо. Сейчас приедем туда, моешься и сам все увидишь. О, я вчера мылся в ванне. О, прекрасно. Видите, Анджело Бронте, человек чести. Он хорошо к Джеку отнесся. Даже лучше, чем, наверное, мы к нему относились. Не такой уж он и плохой, как может показаться. Все-таки... Приехали, Шейди Бель. О, они вернулись. И мне кажется, я вижу Джека. Эбигейл! Эбигейл! Мы нашли твоего сына. Мы его нашли. Он в порядке. Меня хорошо кормили, не волнуйся. Итальянская еда. Ты когда-нибудь пробовал? Иди сюда, голубенький дымой. Вы его нашли. Вы вернули мне сына. Спасибо, Дач, Артур. Спасибо. Мой сын снова со мной. Джек, как ты, парень? Я в порядке, спасибо. Теперь уже все хорошо. Эбигейл, я пойду играть. Ну и? Ну. Мы пообщались с мистером Бронте. Он тот еще персонаж. Даже так? Ты когда-нибудь видел тяжеловесов из Италии? Ну, только в цирке. Сейчас я тебе все расскажу про него. Джон, ты иди побудь с семьей. Артур, спасибо. Если хочешь, присоединяйся к нам. Ребята, нам предстоит работа. Интересная работа. Давайте выпьем. Мы привезли Джека! Мальчик спасен. Спасибо, Артур. Я... Даже не знаю, как это выразить. Спасибо. Да, все понимаю. Давай... Как Дач сказал, побудь с семьей. Давайте все сюда. Отпразднуем это.
Хорошо, что ты снова с нами, нам тебя не хватало. Давайте споем. Хавьер, сыграй нам. Врубаем. Погромче. Понятия не имею, о чем они поют. Короче говоря, праздник начался тут настоящий. Сколько времени, кстати? 16. Ну ладно, на этом мы закончим на такой прекрасной ноте. С вас лайк, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой, на группу ВКонтакте, на этот канал. И всем пока.